Ваши комментарии по итогам игры. Ну, игра действительно сегодня получилась. Хорошо контролировали мяч. Хорошая реализация моментов была, хотя очень много моментов и было не использовано. Ребята задачу и установку на игру выполнили, поэтому так все сегодня удачно сложилось для нас. Замены сыграли свою роль? Ну, мы все-таки молодежная команда, и мы стараемся всем ребятам дать шанс проявить себя, вне зависимости от результата, вне зависимости от счета. Да, те ребята, которые сегодня вышли на замену, они справились со своей задачей и не испортили игру, а наоборот, внесли свою лепту в победу. Соперник сегодня ничем вас не удивил? Ну, мы действительно на эту игру очень серьезно настраивались, потому что в предыдущем турнире мы домашнюю игру свели к ничьей, а здесь проиграли с крупным счетом 3-1, поэтому хотелось бы взять реванш и добились победы сегодня. Спасибо большое, Рустам, удачи.